Чин-чины в мундирах стоят на страже, пальцем не проткнешь. Находясь на лечении после страшного ожесточенного боя, чин-чины напевали бравой медсестричке Елене Желудок песню про то, как они жестоко, кроваво, но справедливо калечили и убивали нацистов и лиц, отождествляемых с оными. Какая хорошая жизненная песня. Только я вот подумала, а может, если не убивать людей, то они не будут убивать нас, и наступит мир. Вот, погоди-ка, может наступит, а может не наступит. На авось получается? Нет, лучше уж превентивно атаковать, чем опосля локти-то кусать и под ложечкой сосать. А вот как вы видите, кто нацист, а кто нет? Всего видеть мы не можем. Потому что мы кто? Козявочки, букашки, какашки, говно. А сверху все видят. Наше дело маленькое. А сверху, если делают, то по-большому. А что, эти враги правда хотели на нас напасть? А вот ты сама возьми да поразмысли. Зачем враг выдумал себе другой язык, а? Чтобы заговоры против нас чинить. Зачем им граница? Чтобы мы свои границы не могли расширять. Назло? И вообще, знаешь, не все так однозначно. Это только в кино все черное и белое. Ну, а когда это все закончится? Ага. Ведь у главнокомандующего должен быть какой-нибудь план. А хочешь апельсин? А? Вот, отечественный. Пахнет, да? А хочешь... Шпроты. Вот. Трофейные. Несмотря на санкции, у чин-чинов всегда были под рукой фрукты и консервы для легкого и благородного флирта в рамках действующего законодательства. А хочешь? Военную тайну. Вот оно что, оказывается. Тогда, наверное, вы правы. Конечно. Вот поэтому нужно ликвидировать и дежизнифицировать всех несогласных. Сергей Николаевич, а какая там у нас на сегодня военная тайна? А то я все позабыл. Из-за контузии. А вот сейчас напомню, коллега. Здравствуйте, Сергей Николаевич. А я вот вам витаминок принес. Как хорошо, что вы выжили в этой мясорубке. Сергей Николаевич, надо читать инструкцию на фейерверках. Погодите-ка. Если это вы... То кто же тогда здесь? Теперь я узнаю,
вашу военную тайну. Подлый нацистский шпион вероломно выкрал слабую и беззащитную, бесполезную и недалекую медсестричку Елену Желудок, которая волею судеб стала носительницей военной тайны. Но мы своих не бросаем. Поэтому в следующей серии чин-чины бросят все свои силы на спасательную операцию. Будет очень интересно.